быть ходит, там не паром, может быть, можно такой лодочкой переплыть. Вот лодочка, но это какая-то микро, да, совсем, не знаю куда. Но она же куда-то плывет. Куда-то плывет. Самолетик улетел. Мапочка осталась тут ни с чем. И какая рябинка, посмотри, Да, красиво. Вообще лига такая рябиновая, красивая. Это Нанайма. Остров. Это центр Нанайма, да? Даунтаун. Смотри в камеру. Чего ты отвернулась от нее? Вот. Смотрю. И мы вот. Пытаемся понять, Фактуру. Где мы находимся, да? Так, видео. Вот это идет Нанайма. Нанайма. Сейчас попробуем панораму снять. Какое сегодня? 28 сентября. Ух, тут красиво солнышко. О, как красота какая. Слушай, так я вообще сниму панораму. А вот это у них, что это такое? Музей какой-то, да? Этого, Сити. Сити, там какой-то военный музей. Что-то еще. Милитари. Да, ну военный, да. Куда ты пошло-то? Ага. А вон башня какая-то еще. Ну давай вот так вот еще снимем. Интересная башня. В общем, это вид отсюда красивый. Угу. С этой эстакады. Ну вот еще один клипчик с высоты птичьего полета. Нанайма. Бухта. Ой, не знаю, вон кораблики ходят тут. О, красота какая! О, солнышко еще. О, да все тут. О, как. Тот же музей. А это башня. Вот еще узнать, что это за башня. А тут парк. А это залез, это какая-то как мачта, которая тут в виде корабля. Что тут? Это как будто я на паруснике. Да. Так, вот. Вот такой вид на бухту. Вот, ну что еще сказать. Да, мы в Нанайма. Сегодня 28 сентября. Ура! Вот видео. Это мы на пароме. Возвращаемся из Нанайма в Ванкувер. Но это еще погрузка идет тут. Вон туда поедем, в пролив между островами. Тут остров какой-то около Нанайма. Вот лёлик опять тут, что-то такое. Это палуба верхняя парома. Никого еще нету, только мы выперлись. Хорошо. Вот. Лёлик там где-то. Ну хорошо. Что она там снимает? Вот у нас птица.